Мы на месте. Мы приветствуем Монту, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит, она на себя показывает, вокруг нее серый туман внизу, в ногах. Хорошо, включаем внутренний белосвет Монты, и этим светом она выдалит из себя все негативное патогенное низковибрационное, этот туман выходит, и формируется все это перед ней в шар. Шар готов, он как тучи, такой, клубы темные. Хорошо, отправляешь шар в клетку-тюрьму. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Монта, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Монта, находит все. На чистое. Чистое. Хорошо, выстраиваем канал от этих клубов серых к ответственным, если таковые есть. 1, 2, 3. И притягиваем их в клетку-тюрьму, если таковые есть. Это ее эмоции, реакции, огорчения, которую она не сбрасывает и не собирается в ногах. Хорошо, Монта, здесь добавить нечего. Если вы ничего не делаете, ничего и не будет. Здесь такой принцип. Мы вам говорили сбрасывать каждый день, каждый вечер негатив. Если вы его не сбрасываете, он собирается вокруг вас. Когда-нибудь он соберется в полный ваш рост. И на этот негатив придут сущности. Вот такая процедура. Здесь очень просто все. Вы ничего не делаете, сущности приходят. Вы работаете над собой, сущности не приходят. Видит человек, душа осознанная. Кроме этого, вам надо заправляться энергиями. Вот такая вот проблема сейчас на настоящий момент. Открывая под этим шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Значит, интерферентов у нее нет. Туман мы этот вывели. Хорошо, как вы себя сейчас чувствуете, Монта? С энергиями очень гармонично чувствую. Хорошо, сейчас мы будем по очереди поднимать ваших детей. Первым поднимем Раймонда. Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую кость, воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Он сидит. Сидит. На опе, и у него руки на коленках сложены. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Раймонда в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Раймонда поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Раймонда. Раймонд идет к маме. Мы спрашиваем разрешение мамы на диагностику и чистку Раймонда. Визуально что-то видно, Вера? Ну, он как перевязано тело у него. Перевязано. Сейчас будем разбираться. Мама дает согласие. Хорошо, я даю команду. Надо убирать что-то перед сканированием. Ты видишь, что да, веревки можно убрать. Хорошо. Сила моего нами. Влад, разрежь веревки. Веревки выходят, отправляются в клетку-тюрьму. Готово. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Раймонда, под ногами 360 градусов вокруг него. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Раймонда, находит все. У него гуманоид. Гуманоид. Да, больше никого нет. Снимаются маски и голограммы. Гуманоид предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Гуманоид. Хорошо. Сканер просканирует полноту души Раймонда на настоящий момент. 100%. Раймонд борется за душу. Хорошо. Отлично. Сейчас за свою жизнь будет бороться этот паразит. Откуда ты, паразит? Гуманоид. На каком основании ты связал ребенка? Он его запугивает. Он не ответил, откуда он? С Нибиру он. Нибиру. Итак, что ты здесь делаешь? Ловушки расставил. У тебя есть контракт? Контракт у тебя есть с этой душой? Нет. То есть ты пришел побеспредельничать, без разрешения входишь в биополе, устанавливаешь, связываешь ребенка, я так понимаю, да? Он показывает, как эти нити, они энергетические, он их закинул. И они объявили тело и подбираются к душе. Он борется, ребенок, за свою душу. Хорошо, сейчас насчет гуманоид бороться за свою жизнь. Гуманоид получает 500 тысяч герц удар. Паразит. Это злит его. В моих руках появляется шар живой плазмы. 1, 2, 3. Если я еще раз твою реакцию какую-то увижу, паразит, я тебе этот шар в рот засуну сейчас. На этом заканчивается вся твоя, все твое никому не нужное существование. Ты к ребенку пришел. Ты не можешь меня уничтожить из-за одной души.
ты подключен к другим душам? Может быть. Может быть, это тебе и сохранит еще жизнь, поэтому я спрашиваю. Ты думаешь, ты первый гуманоид, которого я уничтожил? С детьми легко. А меня это не интересует, что тебе подключен. Легко? Подключен. Ты не имел права входить в это биополе без его согласия. Ты вошел. Ты находишься сейчас заложником. Ты его заложник. Если сейчас его мать скажет, уничтожь этого паразита, через секунду я открою портал в галактическое ядро, и ты уходишь туда. Она отвечает за его жизнь до 16 лет. Перестань называть меня паразитом. Каждая душа отвечает сама за себя. Какое это отношение имеет к твоей интерференции к нему? Эта душа пригласила гуманоида? Имеет значение возраст души, а не биоробота. Но, как я уже сказала, с детьми легче. Значит, тогда готовься отвечать за это все. Здесь очень просто. Причинно-следственная связь. Если бы ты здесь не находился, я бы тебя не бил. Но так как ты здесь уже находишься, я спрошу маму, если она скажет дать тебе 5 миллионов герц, я посмотрю, что от тебя останется. Переходим к работе. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Раймонда спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэнергетическую мыслеформу. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Раймонду. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он получил от них, возвращается назад. Усилию потоки в 50 раз. Опиши, что идет, Вера. Идет страх, неуверенность, и возвращается какая-то цвет этих веревок, то есть чужеродная энергия возвращает. Какая функция этих веревок была, Вера? Считай информацию. Ну, он сказал захват души, он показывал, как он сжимал тело и подбирался к душе, запуская в него эти энергии чужеродные. Ты находишься во втором ребенке тоже? Не понимает вопрос. Два ребенка в этой семье, два мальчика. Хорошо. Закончился реверс. Установили фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Раймонд забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные, чистые, 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Раймонд себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Сканер просканирует сейчас на чистоте гуманоида. Что-нибудь еще осталось в его биополе? Да, чип есть. Хорошо. Отключай этот чип, выводи его полностью. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. В голове вышел. Отлично. Отправляй этот чип в клетку-тюрьму. Выстраиваю прямой канал от Раймонда к этому чипу. Реверсом отдаю весь негатив, который он получил от него. Пошел мощный поток. Команды были. Он давал команды через этот чип, да? Да. Хорошо. Посмотрим, как сегодня этот чип сработает на гуманоиде. Когда его перепрограммирую. Реверс закончился. Реверс закончился на чип тоже? Да. Установили фильтр с золотой сеточкой на этот канал и из чипа забираем на его чистоте. Все возвращает Раймонд себя назад по праву. Пошел процесс. У него спокойствие. У него вообще сильная, спокойная душа, если ее не дергают. Поэтому и дергают, Вера. Потому что видишь, что сильная, спокойная душа. И на этом этапе ребенок вполне может попасть в эту ловушку, этого паразита, когда он сделает из него несколько копий. После этого его жизнь превращается просто в ад. Мы не только про интерферентов говорим. Если его не дергают, в физической жизни тоже. Хорошо. Ты имеешь в виду влияние брата? У них есть связь с братом в прошлой жизни. Противостояние, слово идет. Ах, вот как. И они встретились в этой жизни опять. Они встретились, чтобы разрешить конфликт миром. Хорошо. Они должны научиться дружить. Это важная информация, хорошо. Итак, все мы забрали, да, Вера? Да. Даю команду на рассинхронизацию Раймонда с гуманоидом и его артефактами. Пошла рассинхронизация до 100%. Готово. Хорошо, здесь мы закончили. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. У меня гуманоид с Нибиру в ребенке сидел, связал его рука, полностью тело обвязал, вытащили еще чип из головы, через который он давал команды. Конечная цель, как я понял, отделение души или изготовление копии из нее. Кроме того, он сказал, что он еще подключен к другим душам, соответственно, ему есть что предложить, как я полагаю. Гуманоида
Забираем все остальное, уничтожим. Такие души клонируют. Их трудно найти. Это сильные светлые души. Забрали его. Благодарю. Хорошо, под веревками, чипами открываю воронку в галактическое ядро. Чип с веревкой уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, давай вытащим весь негатив из него. Он выходит эмоциональный фантом. Раймонда проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Эта низковибрационная, им же сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. И фантом выходит. Вышел фантом. И как он выглядит? А ты знаешь, не столько информации идет просто по этим детям, их прошлое, их настоящее, как с ними быть. Фантом вышел, у него на самом деле вот это тело ребенка и вот этот маленький фантом, который серый вышел, он с его душой несовместим, то есть его душа намного выше внутри, светлее, она выходит за грани его тела маленького пока. И этому ребенку ему на самом деле противны виды войны, боли, смерти. А второй ребенок, он не навоевался, они встречались во Второй мировой войне, противостояли друг другу с двух разных сторон. Вот второй ребенок, он не навоевался, он хочет продолжения. Они даже имя его говорят, как его звали. И как его звали? Фон какой-то. Ну, фон Гербер это... Страус или что-то такое. Фон Гербер Страус. Есть такое немецкое имя. Понятно, хорошо. Он кричит на немецком, он ведет целый отряд, как сказать, других мы людей, сейчас... они одеты. Это прошлая жизнь показывает. Мы говорим о ребенке другом. Втором, да. Понятно. А этот миролюбивый, да? Он с другой стороны, он не хочет воевать, но он противостоит. И в этой жизни им нужно найти мир между собой. Ну, я понимаю, что агрессия идет, в принципе, со стороны другого ребенка. Они погибли оба в этом сражении. Им дали второй шанс, понятно. Им дали шанс пройти опыт души, душа не прошла опыт. Хорошо, это мы решим. Шар вышел, открывая под ним воронку, да. Галактическое ядро. Шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Этот ребенок миротворец, и его задача решать проблемы мирным путем и не поддаваться провокации. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. На счет 3 запускаем процесс активации, идентификации души. Пошел процесс. Осознанная душа, он знает, кто он. Он знает, и он намного старше своего брата, хотя в физическом теле он младше его. Душа. Готово. Мудрее, хорошо. Ему, кстати, физический план намного важнее, чем тонкий, потому что его рост именно на физическом плане должен произойти. Рост души. Готово. Надо этого дойти. Идем дальше. Пусть тонкая копия Раймонда вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 270. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Раймонда до числового значения 270 Гц. Пошел подъем. Он ставит ноги на ширине плеч, так расставляет их, вытягивает руки ладошками вперед и как создает такую энергетическую оболочку вокруг себя, чтобы не подпускать негатив. Молодец. И там он в спокойствии. Хорошо, пусть так и будет. Закончилось? Да. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Ну как, Раймон, как ты себя чувствуешь сейчас? Он великолепно себя чувствует, и он просит маму, чтобы она начала вводить обучение энергиями для него, объяснять энергетические центры, и что это важная часть физической жизни на Земле. В физическом биороботе он имеет в виду, чтобы он смог правильно работать энергиями и защищать свою душу, ему нужно вводить понемногу информацию о чакрах, об энергиях, о значении их, может быть, даже какие-то маленькие медитации и занятия йогой, чтобы держать в балансе ребенка. Хорошо, это всю информацию мы передадим.
И я еще делаю запрос и хочу спросить, не хочет ли куратор Раймонда что-то передать для своего подопечного на этом этапе. Он уже передал очень много. Он уже передал. Благодарю тогда куратора. Хорошо, я думаю, мы все здесь сделали. Будем возвращать сейчас Раймонда назад в его систему биоробот-душа, и потом перейдем ко второму брату. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Раймонда в его систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Куратор, он еще дает информацию, когда тело начинает входить в физическое тело начинает выдыхать такой. Выдох, да. У него идет, то есть он весь негатив может выдыхать. Упражнения дыхательные тоже можно показывать ребенку, учить его правильно реагировать на негатив. Я благодарю много куратора чего. За эту информацию, благодарю куратора. Надеемся на следующем этапе его развития, мы когда-нибудь встретимся. А еще идет информация, что дети... В большинстве случаев учителя для своих родителей через обучение своих детей родитель сам может много чего научиться и открыть для себя нового. Так и есть. Готово. Мы все друг другу учителя и ученики. Хорошо, отключаемся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию, воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Он вышел. У него как, даже не знаю, как называть, как медуза внутри с черными окончаниями, как у спрута. Хорошо. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Юриса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Юриса поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Юриса. Он идет к маме. Мы спрашиваем разрешение мамы на диагностику и чистки Юриса. Мама видит эту медузу, она дает разрешение. Хорошо. Сканер. Просканируй сейчас Юриса, выведи эту медузу, отключи ее полностью вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. И как все это выходит, сила моего намерения отправляю в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Но на голове у него присосано. Присосано? Да, вот как медуза, она на голове присосана, и вокруг его тела вьются ее пентакли. Лапки. Да. Пентакли, да, понятно. Хорошо, но сканер отключит это все. Готов в клетке. Хорошо. Выстраиваю канал от этой медузы к ответственному 1, 2, 3. И притягиваю всех ответственных за эту медузу в клетке-тюрьму. В клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме, становятся моими заложниками. Демон у него. Какой 16-й. Демон? 16-й. Есть контракт, демон? Есть в прошлой жизни контракт у него. Хорошо, вовремя сказала, то я уже чуть не стал переживать, нервничать. Почему 16-герцовый демон заходит 10-летнему ребенку? Это твоя работа, постоянная война. И рисование этих танков, и рисование войны, и сугестации. В черном теле он его держит, в черном теле. С черной медузой окружена. Хорошо. Его мысли. Понятно. Я полагаю, ты с ним в прошлой жизни тоже встречался, да? Конечно, оттуда и контракт. Сегодня мы будем аннулировать этот контракт, но меня, безусловно, бы интересовало, что стоит в этом контракте, как он его заключил с тобой, на каких условиях. Победа. Хотел он побеждать. Любой ценой, да? Он очень нервный. Он показывает, как он кричит, рукой машет, типа вперед, вперед. Это кадры Второй мировой войны, да? Да. Хорошо. Здесь у него все... длинное такое, как пальто. Да, это СС носили такие. Кожаное пальто, я не знаю. Как... Кожаное пальто, черное носили войска СС. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Юриса под ногами 360 градусов вокруг него. На всех 7. Сканер сканирует все 7 тонких тел Юриса. Находит все. У него нет никого больше. И демон говорит, что его медуза была частично повреждена энергиями в доме, но этим он только еще больше разжигал. Он сжигал медузу и разжигал его как страсть. Понятно, ты имеешь в виду чистку квартиры, которую мы провели до этого с его мамой, да? Понятно. Да, они
Лучи, которые мы оставили, они повредили медузу. А, соответственно, раздражение медуза, пошло. да, раздражалась, и он раздражался тоже. Все понятно. Хорошо. Итак, у нас один демон. Начинаем работать. Даю команду тонкой копии Юриса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. К медузе выстроился канал тоже? Да, два канала. Отлично. А еще что расскажешь про его прошлую жизнь, демон? Но он постоянно показывает вот эту картинку, как он кричит, его все слушают и рукой машет вперед. Ну, он точно демон сидел в нем в прошлой жизни, я уже это чувствую. Он руководил это все, да, демон? Признавайся. Да, все слушали его. Все он и не скрывает, он и говорит, что у нас контракт. Он хотел этот контракт, он искал его, он его нашел. И как он это получился, этот контракт? Технически мне интересно. Он приглашал, он делал какой-то ритуал, или ты сам просто услышал его и пришел? Делал ритуал, пентаграмму рисовал. Да ты что? Вызывал демона, ставил свечи. Мне демону нечего сказать в этом отношении, он дошел власть на... он хочет власть и да. Признание. Это он про прошлую жизнь говорит. Гордыня. Не только гордыня, а там именно властность, чтобы подавлять других. Понятно. Ну, как фюрер это делал в свое время, тоже властность. Хотел быть его копией. В всяком случае, я так ощущаю это. Демон говорит, что много кто хотел, и очень интересно. Очень легко было. Сами приглашали. А что, сейчас по-другому? Сейчас ты вот вы появились, а раньше сами приглашали. Согласен. Реверс закончился. Хорошо, установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Юрис забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него взяли до последней капли, возвращает Юрис себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в 50 раз. Демон, тебя интересует эмоциональный фантом? А как же. Потому что это единственное, что я тебе могу предложить. Я полагаю, Лярв в его биополе в этом возрасте быть не может, но какие-то затемнения должны быть, да? Есть наши. Есть. Хорошо. Могу тебе и затемнение отдать, когда мы подойдем к этому этапу. Я думаю, тебе же не хочется уходить с пустыми руками. Столько работы. Ты будешь потом к нему делать подходы? Риторический вопрос, конечно. А если будет сам вызывать? Без контракта не буду. Хорошо. Ты знаешь, Димон, мне кажется, у тебя на земле сейчас очень легкая игра. Значит, здесь столько войн идут. Мне кажется, у вас там сейчас хорошее идет движение. Сейчас везде идет движение. Во время войн работают многие силы. И не только низкие, но и космические паразиты. И не только космические паразиты, но также вы сами люди на фоне войны. Теряете собираете свои... органы, продаете, делаете деньги на любом убийстве, продаже, кризисе. И манипулируете друг другом. И опять мне нечего тебе возразить, демон. Реверс закончился. Хорошо. Демон, что-нибудь еще осталось, кроме этой медузы, в его биополе? Посмотри. Да, затемнение на горле. Хорошо. Можешь выйти сейчас, вытащить все эти затемнения, и как заберешь, возвращайся назад. Он любит кричать, он любит насмехаться. Но это генетическая память, я полагаю, с прошлой жизни, да? Когда он себя так вел. Властность. В какой-то степени он ее постиг, но он не увидел победы. Он стал властным, но он хотел наслаждаться победой. Он показывает его, он смотрит сверху вниз на всех. Абсолютно на всех. Да ты что, считает себя чем-то особо высшим, да? Да. Хорошо, Юрис, ты видишь это всю ситуацию? Ты понимаешь, что здесь происходит? Ему тяжело с этой на шее, а его как душит все это. Но я ему вопрос задал, он меня услышал? Он видит это все, что происходит? Да, он видит это все. Он понимает причины того, что происходит? Он в состоянии это понять сейчас? Да, контракт с демоном. И не только. Это то, что он понимает. А причина этого контракта, ты понимаешь, в чем? Он пока хочет освободиться от того, что у него на груди и на шее. Хорошо. А что у него еще на груди осталось, Вера? Ну, оно темное затемнение, вот это оно как сдавливает. Понятно. Перекрывает сердечную чакру. Хорошо. Дыхание его. Энергии, они не сгармонизированы, а они не циркулируют правильно. Ну что, чакра перекрыта. Хорошо. Ждем, пока он вытащит.
Он вытащил. Хорошо. Итак, даю команду на рассинхронизацию Юриса с демоном и его медузой, и его подключками. На счет 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. Заканчивается автоматически. Ребенок плачет. Он говорит, я больше не хочу их. Если медуза ты не хочешь, если ты не хочешь медузу и демона, Юрис, ты должен, соответственно, себя вести. Война никогда не приведет ни к чему хорошему. Эти твои рисунки, желание воевать, они приведут к тому, куда тебя привело в прошлой жизни, где ты погиб во время войны. Он не хочет эту серость. Он показывает эти рисунки, и вот это как раз отражается его на груди, вот эта серость складывается. Пока вот. Он рисует, вот эта серость в нем поднимается. Хорошо, Юрис, тогда ты запомнишь мои слова сейчас, когда ты начинаешь рисовать, ты сразу прекращаешь рисовать военные темы, потому что ты знаешь, что придет серость и придет медуза. Так тебе понятно? Понятно, да. Рассинхронизация закончилась. Установка действует, установка активирована. Хорошо, включаем внутренний белый свет Юрису 1, 2, 3. Этим светом выдалит из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, находящееся на частотах демона и его подключки. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Он выпускает из себя красно-черное. Ему, кстати, тоже дыхание помогает. Вот отлично, пусть они с братом занимаются лучше этими практиками, чем рисовать танки. Вышел красно-черный. Открывая воронку в галактической ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя, и даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Он чистый, но контракт имеет. Все верно. Каналы мы сейчас отстегнуть не сможем, но контракт аннулировать сможем. Поэтому я спрашиваю сейчас Юриса. Юрис, у тебя заключен контракт с этим демоном. Ты хочешь этот контракт, который ты добровольно заключил в прошлой жизни. Ты хочешь этот контракт сейчас аннулировать. Ты понимаешь меня? И понимаешь важность? Да, он понимает. Он говорит, что за этим душа пришла его. Отлично. Значит, мы тогда на правильном пути. Итак, по закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Юрис должен взять ответственность за свою жизнь, в свои руки выразить это намерение. Он готов это сделать? Готова душа сделать, да. Я говорю вслух, его тонкая копия, его душа повторяет за мной. Я. Договора выходят, активно и подсвечиваются. Но у него вышел контракт на воплощение. Здесь вообще информация идет от демона, наверное. Он говорит, ты знаешь, почему после таких контрактов не остаются души внизу, а выходят на новый этап развития? Потому что контракт остается, и мы можем подцепить еще больше людей по этому контракту. Соответственно, с поведением человека, у которого контракт. Хорошо продумано. Хорошо. Итак, пусть повторяет Юрис за мной. Внутренней властью моего суверенного я и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Она есть. Ему энергии возвращаются белые. Он устал вот от этих черных энергий медузы. Они такие густые, как гудрон были да. У медузы. И сейчас ему белые энергии идут назад. И его это. Все верно. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, и все аннулированные контракты и договора вместе с фантомами этих контрактов и договоров уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Выходит эмоциональный фантом Юриса, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию, им же сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У меня большой фантом вышел весь в клубах. Весь в клубах уже в этом возрасте. Да, и вот где руки, большие клубы такие. Ну, я думаю, с таким зачатком так можно, в принципе, на новый виток перейти. И похлеще, чем в прошлой жизни. Хорошо, сворачиваете энергии в шар. Забираешь демон? Забирает. Отправляю ему. Очень вкусно. Хочешь, расскажу, как контракты заключаются за это? Давай, расскажи. За вкусные. Подарок. Расскажу тебе, как заключаются контракты. Я с удовольствием тебя выслушаю. Контракт заключается на душу. Я забираю душу, он получает власть, которую он хотел. Часть души остается в контракте, когда душа перерождается до следующего этапа. Душа уже моя. Часть воплощается, остальная остается в контракте.
Сейчас, когда контракт аннулирован, и его душа вернулась к нему и растеклась светом внутри него. Без этой части он был неполный и принадлежал мне и нижнему миру. И ты... я продолжу. Давай. Я демон 16 Гц, и к этой душе, если она не захочет другой контракт, и я не приду. Но реакции впитались в него, и он будет их производить. На это придут низкие черти и бесы. Как ему избежать этого в таком возрасте? Корректировать его реакции. Это может только родители, его мать в этом возрасте, корректировать эти реакции, пока он не начнет осознавать последствия своих действий. Но ты хочешь сказать, что опасность существует, да? Как я уже сказала, я приду на контракт, если он его захочет. Но низкие из моего мира демоны, я скорее понял. Всего, будут цепляться за эти реакции. Хорошо, ему надо в корне проработать это все, и чем лучше, чем быстрее, тем будет лучше для его души. Хорошо, за эту информацию признателен. Ты готов уходить, демон? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона 1, 2, 3. Демон забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Медуза где осталась? Медуза, да, на другой стороне клетки. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Поехали, пройдемся по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие, если таковое силе было. Оно проявляется? Ну, знаешь, проявляется фантом Медузы. Она магически на него действовала, так как она была присосана к его голове. Хорошо. Фантом выходит. Есть. Открывая воронку под ней в галактическое ядро, и фантом уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Переходим на частоту. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Юрис, как ты себя чувствуешь сейчас? Новые чувства, новые энергии, которые мне нужно привыкнуть. Какая-то пустота с одной стороны, да, которую нужно заполнять чем-то новым, а с другой стороны яркие и светлые чувства, замечательно, которые не до конца мне понятны. Хорошо. Я хочу на этом месте спросить куратора Юриса, не хочет ли он что-то передать, какое-то напутствие на этом этапе его жизни? Хочет. Пожалуйста. Ему идет информация для родителей, что эту пустоту, про которую он говорит, оттуда убрали черноту. И эту пустоту нужно правильно заполнять, работать с ребенком, находить книги, где два брата помогают друг другу, мерят, садить детей, лепить из теста ангелов, печенье делать, объяснять, где находятся чакры людей. Пусть дети сами лепят, им будет интересно слушать и показывать им на конкретном примере человека, где находятся чакры, лепя из теста этого человека и показывая, каким они цветом. Можно взять разноцветные конфеты и выложить их в форме энергетических центров, объяснять, как это важно, говорить про ангельские энергии, про доброту, любовь, помощь друг другу и многое другое, заполняя добротой и миром эту пустоту. Я благодарю на этом месте куратора за этот замечательный совет, за это напутствие родителям, матери. Надеемся, на последующем этапе его жизни мы когда-нибудь встретимся и увидим счастливого человека, который развивается. Благодарю куратора на этом месте. Обращаясь сейчас к Монта. Монта, вы слышали и видели все, что сегодня здесь происходило. Вы понимаете, насколько важна ваша роль в развитии этих детей. Приложите максимальные усилия для того, чтобы они выросли достойными людьми. Это великолепный сеанс. Я благодарю вас за эту помощь. Во благо. Во всяком случае, всего, чего у него было, и у второго ребенка этого больше нет и не будет. Квартира у вас защищена, так что занимайтесь. Замечательные советы дали кураторы. Если вы их сделаете, вы на правильном пути. Сейчас будем возвращать Юриса назад, и потом вернем вас, ваш биоробот. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Юриса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами.
Готов. И давай ему еще дадим поток любви Абсолюта, наполненному его энергиями любви Отца. Все пустоты заливаются. 1, 2, 3. Пошел свет любви Отца. Им идет информация еще, что на животных можно показывать, говорить, что они живые. Также земля, поле, реку показывают, что она живая и какие энергии дает земля, вода, зелень вокруг. Это все будет заполнять правильными энергиями маленькую душу. Благодарю. Вернее, душу в маленьком человеке. В маленьком человеке, да. Готово. Отключаемся от объекта.